Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, наконец, мы с вами в эфире. И сегодня у нас самая важная тема, которая беспокоит очень многих, и жду от вас интересных вопросиков, это тема вакцинации. Понятно, что здесь будут разные состояния у людей, и страхи, и негодование, и непонимание, поэтому я предлагаю вам максимально раскрыть эту тему, чтобы у вас было четкое понимание, четкое восприятие того, что происходит сегодня. Постарайтесь как можно более глубокие вопросы задать для того, чтобы получить максимально важные ответы для нас и, соответственно, уже идти дальше в опыт и понимать, куда идем, зачем идем, берем ли этот инструмент, либо проходим мимо. Поэтому начнем с вами работу, и сейчас я присоединяюсь, и тема у нас сегодня вакцинация. Алина Дежукожукурбоса, Демис Шумашербата. Я вас всех приветствую. Бихмасин Дежукожукурмошербота. Система действительно на сегодня достаточно емкая в состоянии энергополя, Бихмашербат, в состоянии проработок в осознании разных эмоциональных программ, в том числе Бижукожукурбота, разных состояний сонастроек ТНК работы, Бихмасабата. Инструмент, который выдали вам на сегодня, заземляющий Бижукожукурбота, деструктивное состояние создает Бихмасабата, создает негодование, непонимание Бижукожукурбота, но при этом все эти энергоформы работают для того, чтобы обеспечить вам рабочее дальнейшее поле. Бихмасандимишамашрабата. То есть тут вопрос в том, что в каком состоянии находитесь вы сами. Бихмасагана. Каждый из вас должен понимать, что тот инструмент, который на сегодня в матрице рабочий, Бихмашрабата, дает возможность вам либо выстраивать состояние Бижукожукурбота биха в той качественной жизни, которая в приоритетной форме имеет основу Демасарпата, либо вы дальше заземляетесь и идете в этих же полях, мужик уже курбот наблюдает за своим процессом в истоке. Михмасхад, и та, и другая жизнь хороша, бежик уже курбот, и третий, четвертый формат, который имеет свою основу в работе, межикромат несет состояние жизни для вас. Дома с Индимишей Курботой и состояние того, что на сегодня инструмент, который выдан вам в исток Мишакрабата, в каждом познании, который Бижакрабата активно работает в социально-матричных программных обиходах, естественно, несет за собой суть. Мигмасанды Машхада. Вопрос в другом состоянии. Бижакрабата, насколько ваше сознание сегодня воспринимает эти знания в истоке и применяет их на себе. Линзамиты Машакрабата. Естественно, уровень осознанного восприятия человека, он разный. Бихмас кто-то за то, чтобы вакцину выстраивать в своих потоках, Мишмада, кто-то против изначально, Бихмасхад, у каждого свой процент осознанного восприятия. Дима Синдимиши Жукозах, Мита Машер Машерпад. Почему разный процесс осознанного восприятия той информации, которая подается в вашем мире, Михмасермада? Здесь опять же зависит от того, насколько вы вибрационны сами, насколько Бижи Машербада принимаете ту или иную информацию для того, чтобы обеспечить себе жизнь. Линзи Биш Машрапат. Вакцины были, они и ранее были, Бижукумашрапата. Кто-то ставил от гриппа, кто-то нет, Михмастер Машрапата. Кто-то ставил от заболеваний, кто-то нет, кто-то даже в Дужурбота. Осознанные родители и не применяли форму вакцинации Бихмастер Машрапата, не травили своих детей поначалу. Михмастер Димишермода. Поэтому вопрос в вашей осознанности, в вашей восприятии этого мира, в знаниях, в формировании этого поля. Димастер Димишермода. Скажем сразу, что происходит в этом мире, Мишакмашрапата, чтобы у вас было глубокое понимание. Дима Сантимишихада, вы сами понимаете, что на сегодня есть система перехода. Бима Сантимасхада, переход с одного формы программ, Дежукрумашхона, то, что называется базовая основа 3D-форме, Бижимашрапата, на другие уровни состояния вашего сознания, Бижукрумашхода ведут вас в их масхада, познать эту матрицу новую, которая называется 4D. Линзи Миша Машрапата. В матрице предполагается работа других энергий, Бижукрумашхан, других программ, более качественных, более глубоких, Михмасандемашхад, более емких по энергосостоянию. Линзи Миша Машрапата. Почему вакцинация как система на сегодня глубока, Бижимашрапата? Потому как это инструмент для системы базовых основ ваших социальных программ, Дижимашрамасхарбата, и в том числе вашей физической энергетической формы. Дима Сентимасимиде. Если говорить о системе вакцины, Бижижукожукромашрапата, вакцина, да, инструмент. Михмасентимашхад. Инструмент, который позволяет в социальной матрице активно адаптировать вас к единому формату работ. Михмашрабата. То есть не
поставил вакцину, даже кроме шхода, не приобрел документооборот, который называется документом здоровья Димаш Ромаш Хрибата, соответственно, не адаптирован в матрице. И вас к этому на сегодня ведут. Миша Машхана, хорошо, программы матричные, бежи кромаш работы, программы системы Демасхада, социального модуля адаптации, Мижик Машрипата, они необходимы и важны. Вы в этом мире находитесь. Михмасанди Мишижу Курмаш Рукод. Естественно, те состояния, которые вам сегодня создают через вакцинацию, выйти в качественные формы для вашей основы Демашрипата, чтобы вы смогли участникам быть из тех программ, Дима Сантимишхада, вам создают различные условия Бихмасхарбата, принятие этого инструмента в свои созидания. Лима Сантимишу Жукурмоды. Мы не можем говорить о том, что это нужно либо не нужно делать вам. Бихмасанде Масрамада. Мы говорим лишь о том, что происходит в этом мире, чтобы у вас было свое понимание. Михмасанде Масрамада. Потому что каждый человек находится в разном своем уровне восприятия Бижукожукурмоды. Каждый понимает свою долю здесь, в мире, по-своему. Бихмасахада. Долю работы, долю существования Бижукмасахада. Машрипаты. Каждый понимает свое тело также. Михмасандимиши Машрипаты. И с учетом того, что на сегодня Бихмасандимиши Машрипаты, состояние инструмента, который называется вакцинация, Бижикужикурмашхода активно работает в программном обеспечении этого поля и естественным образом дает свои плоды. В сонастройке чего? Бижикужикурмашхода. В сонастройке того, что вы выходите в цифровой мир, Михмасандимашрипаты. В этом цифровом мире вы учитываетесь через этот документооборот. В первую очередь, Бижикурмашхода, для того, чтобы в этом мире быть участником. Это социальные программы, их не обойти. Линдах Масахан не обойти. Почему? Потому как Бих Масарбата. Так устроена матрица Бижижукурмошхода, вас учитывать через документооборот. Мих Масарбата. Ранее это были паспорта. Для усиленного режима всех социальных программ вам вводили новые коды ИНН, Бижимашрипата, какие-то другие состояния документооборота, в которыми были вы участники. Бих Масакада. И вы безосознанно приходили к этим состояниям Бижирба, заключали договора, Бижик Машрипата, получали различные программы кодов Миша Курбота, в том числе Биг Масанты Машрипата, различные документообороты, вас выводили как участника в систему этой матрицы. Линзи Машимада, опять же, не пугайтесь о том, что Бижик Машрипата, цифровой мир, и вы все глубже проходите этот опыт Миг Масра Машрипата, потому как вы находитесь в социальных программах, вы в матрице, Миша Курмашрикода, вы не сможете избежать этой Диг Масахада работы, потому как Миг Масрипата, вы с помощью Диджи Курмода этого документа будете Бихмасантамада, ходить по этому миру и проживать Бижимада, эти программы. Лензи Мита Моши Жукозах Мита Машикада. Вопрос в другом. Инструмент на сегодня. Бихмасабада. Он недоработан, естественно. Джукур Мошерпота. Вы находитесь в разном состоянии стока на сегодня в физической форме. Михмасантимиши Машармасарбата. То, что не избежать социальный уровень программы, это матрица, это ваша жизнь, это однозначно. Вы все будете Бижукур Мошерпота так или иначе соприкасаться с этим документооборотом. Иначе вы не сможете выжить в этом социальном модуле, в этом цифровом мире для вас. Линдзи Миши Машхада. Вопрос подхода к этому состоянию. Естественно, вам будут давать различные формы инструментов, которые будут помогать вам разрешить эти вопросы в своем состоянии, в осознанном восприятии. Линдзи Миши Жуконцы Митах Машир Машарбата. Естественно, Диджи Машарбата. Вопрос в чем? Что вы находитесь в разных энергетических полях, в разном физическом состоянии на уровне здравия. Линдзи Миши Машарбата Джурупота. На сегодня, если говорить о том, что происходит, Михмасанте Машармада, естественно, химические формулы, которые экспериментальные Бихмасхана, требуют времени доработки. Михмасанте Машарбата. С учетом того, что человек испытывает различные формы заболеваний, Бихмасхан, с учетом того, что разная иммунная система у людей, разные клеточные уровень работы, межимашхарбата, метаболизм клеточного уровня абсолютно разный, бихмаса басабата. Здесь не учитываются эти показатели каждого индивидуально. Линзи масамата, соответственно, вывод какой? Бижикурмашрупота. Мало того, что любая химическая формула, она блокирует клеточный модуль, межикрабата, и в памяти оставляет свою суть по ДНК, в том числе работы межикрамашрупата, и в вашем организме как физическая форма состояния. Михмасанди мишимаши жукурмасрупоты. Соответственно, что происходит в состоянии сонастройки? Михмасанте Машрипата. Либо вы осознанно вступаете в эту жизнь, Бижикурмашхода, понимая, что у вас происходит блок физической основы, Мишрамады клетка не вырабатывает энергии, потому что введен новый код, химический состав. Дымасабата. Что происходит с человеческой сутью? Бижикурмашхода. Человек
Из-за того, что не вырабатывается энергия дополнительно в основе Дымашрамасхарбата, не развивает свое сознание. Бихмасахада – это опять же форма цивилизации, которая работает для того, чтобы Бихмасрамада оставить на поле 3D Бихмасантимишурбошурботы. Те человеческие существа, которые также несут ресурсные коды, также отрабатывают активные состояния энергии, которые необходимо выдавать через человеческие формы. Бихмасантимишурбота – это заземление, оно также важно, нужно, необходимо Дымашрамасхарбата, и цивилизация дали такой инструмент для того, чтобы выдержать эти параметры поля, Мишакамашрапат, потому что 3D необходимо также выдерживать в своем состоянии. Линза Масамада. Поэтому разный уровень сознания, восприятия. Кто-то уходит в страх и ставит эти вакцины, Бижакмашрапат активизирует эти формы, и, соответственно, Бижакмашрапат при состоянии клеточной мембраны получает такой результат. Михмашрамошхода. Более осознанные существа, естественно, понимают эту форму, что недоработана вакцина. Бижакмашрапат ставит блок, Михмашрамошхарбота. Состояние Димаса Мида не для всех подходит с учетом заболеваний, с учетом индивидуального порядка актива Димасрамашрапат. Естественно, вы максимально даже не сможете получить результат. Меже кожи кромоши работы. И, естественно, любая химическая формула, она не дает возможности развития энергополя и физической формы, и осознанности. Линзы Мита Машхада. Опять же, уровень сознания. Насколько ваш Бижарбат рассчитывает эти состояния свои в основе на сегодня, зависит от вас. Какая вибрация, какое состояние, уходите ли вы в страхе Меже кромоши масхарбата, что заболеете Бижарбат, иммунная система исправится и прочие-прочие формы. Дима Синти Машхада. Этот вирус существовал многие года. Михмасандимишхан, он действительно мутирует с учетом того, что клеточная мембрана перестраивается вибрационно, связано с переходом. Линзимишамашрабат, поэтому вы многие бижикужикурботы испытываете глубокие заболевания гриппа, мишерпашхарбат, простудного заболевания для себя, бижикурмашработа, и ковид как форма считывается в программном обиходе матрицы, михмасрабат. Естественно, многие через структуру состояния перестройки клетки мишикамашрабата либо переносят, либо души докладывают опыт через этот инструмент выйти из пространства, либо несут переиндексацию клетки. Линзы Мишамаши Жукозах Митамашрабкарбата. Поэтому здесь у каждого будут свои возможности, в зависимости от того, в каком вы состоянии находитесь, в какой вы бижикужикурботы форме, в третьей, в четвертой основе, в переходе, михмасабат. Отсюда будет собираться вам матрица. Матрица программ бижикурботы, в том числе и вакцинации в поле. Михмасантемата. Если вы до сих пор испытываете страхи, соответственно, что-то недоработано. Значит, энергополе позволяет Бихмашрапата взять этот инструмент и зафиксировать эти показатели, потому как вы сейчас на распутье, мы же работаем либо третья, либо четвертая основа. Михмасандимишижимашрапата. Если вы не испытываете страх и понимаете, что у вас состояние клетки поменяло свои параметры, и вам вирусоноситель любой, бижикурмашрапатах, масрапата, он эту хурмоты, даже иммутированные, никак не укрепит свои основы Дымашхан, потому что вибрация клетки не позволит усилить эти параметры. Межикромашихада. Эта система в принципе не адаптируется в вашей клеточной работе. Михмасрамашрапата. Соответственно, вы не сможете получить это заболевание с учетом того, что клетка работает вибрационно и активно для вас. Линзы Митамасандимишрамада. Но при этом вы в разном уровне сознания, вы в разном состоянии, вы в разном осознанном восприятии информации Межикромада. Это опять же зависит от вашей вибрации. Межикурмашрухода. Мы столько лет говорили о том, что вибрация – это основа. Бижамада. Чем глубже вы знания принимаете, тем блаже идете по пути. Дома Сентимишамашрамона. Я готова ответить на ваши вопросы по вашей осознанности Межикурмада, поэтому задавайте. Лидухмашрухода. Но прежде скажу одно. Бихмасандимишрабата. Будьте наблюдателями. Если ваша вибрация высока, бихмасандимасхада. Система естественным процессом в состоянии событий времени не даст вам этих параметров. Межикурмашрапата. Если вы еще находитесь в переходе Межикурмашрапата, вас будет качественно основа вести, либо на страхе, либо выведет в более другие состояния. Бижамашрамасхарбата. Если вы находитесь в третьем формате, естественно, вы ее поставите, потому как страх – это основная форма энергии, которая работает на клеточной мембране при этой вибрации. Михмасахада. И действительно, люди с низким вибрационным полем, бижамашрамасхарбата, с клеточной памятью, состояние ДНК работы третьего формата, михмасапата, они заболевают, умирают, очищают поля, структурируют и так далее. Михмасармада. Поэтому системы бихмашижамашрапата, они предусматривают эти состояния. Действительно, есть смертность межикмашрапасхарбата, но она
происходит на уровне клеточной мембраны, которая не перестроила свои параметры. Мишербат — это люди, которые не занимались своим духовным развитием, не занимались своим аватаром. Бимбышек Машербат — это клеточное состояние и вибрация. Она берет эти вирусы, соответственно, адаптирует. Он на сегодня во времени, Бимбышек Машербат, он активен как система. Линдах Масермат, но он активен именно для тех душ и параметров, которые вибрационно клетку еще не перевели в состояние системы качественных форм. Лимаш и Машербат. Поэтому этот инструмент, естественно, активно применяется для того, чтобы снизить ваши параметры и, соответственно, запустить вас опять в прежние поля третьего формата. Бижек работает дальше, получать активную работу, соответственно, проходить эту жизнь. Бижек Машербат. Вы же не знаете, что жизнь в качественном состоянии 4D, кроме информации, что она может быть лучше. Бижек Машербат. Вы знаете, что ваша качественная жизнь 3D, она вам дает успех. Бижек Машербат. Вы рады событиям, которые вам душа сопровождает. Бижек Машербат. И вы находитесь в этом состоянии. Дондых мидых машежиконцы мидых мада. Но вопрос в чем? Бих машежикозах мода. На каком этапе вы на сегодня находитесь сами собой в вашем вибрационном поле? Мих машежимасер мада. И вы видите, что, например, пожилые люди активно ставят эту вакцину. Бих масхан. Почему? Потому что уровень сознания на теме гагерс, естественно, позволяет уйти в страх. Естественно, димашерпат. Это инструмент через страх вывести актив тжикрбат. Это норма состояния третьего формата. Мих масанты машекан. Происходит блок клетки, бижикужикурмошеркода, энергия клеточного модуля не вырабатывает свои успешные показатели, масамасхады, люди начинают активно просто переходить, мажикурбата, просто умирать, мижикужикурмод, потому что клетка не вырабатывает активную энергию, система вакцин еще не адаптирована для клеточного модуля. Михмасахана, не для всех заболеваний подходит эта вакцина, дужикурмошеркода, поэтому здесь возникают различные формы сложностей. Михмасабата, и люди начинают заболевать, вырабатывая иммунитет через вакцинацию дужикурмошеркода, и не все активно пронесут эти формы, дымашрамасхарбата. Да, если иммунная система цельна, если на переходной базе, если клеточная мембрана активно работающая, Миджи Машерпата, есть шанс активизировать и, соответственно, составить себе новые состояния, Бужукру Машерпоту. Но такие же шансы есть, как и в системе энергополи третьего формата, выйти в основу, соответственно, Бижерпанха Масерпана и в страхе выйти на определение полей. Бижикурмота, поэтому задавайте вопросы. Бихмашижимашермасхарбата хурбошерпота. Каждая душа перед выбором. Бихмасабата, выбор за вами. Естественно, это ваши показатели, ваши работы, вашего состояния на сегодня. Бихмасандимисимата. Мы однозначно скажем вам, что мы против вакцинации, против химического состава бихмашерпата. Вы знаете, как мы имеем отношение к этим полям бихмосурбота. Мы только за жизнеобеспечение поля, за качественную жизнь, за состояние осознанности роста мишекомашерпата. А рост в осознанности может быть только при клеточной правильной работе, при энергоемкой работе для вас. Дима Сантимасхан. При блоке клеток невозможно осуществить энергофизическую форму, в целостную работу перевести вас. Леда Мишемашермасхармашерпата. Но при этом вам матрица позволяет межикурмошерпотах масхан участникам быть в социальных программах михмасахарбат использовать различные формы инструментов межикурмошеркот для того, чтобы освободить от этих невзгод. Вопрос в другом: как вы чувствуете себя в потоке и как вы решаете для себя пройти этот путь? Линзи миты масамада. И что наблюдается на сегодня в пространстве бижикужикурмод? Естественно, осознанные люди бижимашербат, они просто бижикурмод, они адаптируют этот страх, они находят новые инструменты для того, чтобы избежать этих возможных форм. Масса-масса-бата. Именно вакцинация, именно химическая формула, и вообще эти люди отходят от химических составов, дабы переходят на другие базовые основы для исцеления себя. Дома шижукозах митамисинтемада, и те форматы, которые привыкли сознаний божекурмошхода работать в состоянии химических формул, они принимают это как стать. Мишикад, это тоже норма. Лендах мошеркода. Поэтому перейдем к вопросам, чтобы у вас более осознанное восприятие было, божербата, понимание, бижекурмошхода. Задавайте более глубокие и, соответственно, получайте ответы бихмада и выбирайте свой путь. Так, вот кто-то пишет: против, конечно, теперь четко можно увидеть разделение. Согласна с вами. Так, Ирина устала, глаза закрываются. Да, только что провела занятие, поэтому уже один вопрос: когда закончится это безумие, эта игра?
без правил. Миша Жукон, Семидок, Маша Жукур, Мошерпота. Вы хорошо, что понимаете, что это игра и бисенты Масхада. Она создана для того, чтобы перестроить матрицу Миша Жукон, Мошерпота, перестроить цифровое поле Бихмасенты Машухад, цифровой мир и вас, как осознанных существ в этом мире. Миша Жукон, Мошерпота. Взять под контроль, активизировать эти формы взаимодействия Бижакрабата любых социальных программ. Бихмасхад. Вы находитесь в социуме Бижакрабата, вы принимаете эти программы, вы работаете в этом мире. Бихмасенты Мада. Естественно, не приняв социальный модуль, вы не сможете существовать активно. Миша Машерпат, поэтому вам сейчас ставят ограниченные рамки, джурбот, уходи с работы, если без вакцины будешь в истоке. Мих Маса Мада. Уходи, это тоже может быть положительным. Джурмашерпат, это значит базовые программы третьего формата программ закрываются в основе, чтобы вас перейти в качественную форму. И вы без страха уходите, вы переходите на новую форму осознанности, принимаете новую матрицу, Миша Машерпат. И, соответственно, таким образом выходите в новое состояние. Это тоже ресурс, это тоже качество. Дима Синди Миша Масов тут же больше рукодых мидамада. Поэтому здесь вопрос в том, о уровне вашего сознания и, опять же, о вашей вибрации. Миг Масахан. Только при высокой вибрации вы созидаете себе более качественные поля. Мы об этом говорим многие годы для вас. Миг Масанди Мишимада. Впадаете в страх, соответственно, переходите на старые базовые основы. Если уже сделали вакцину, вибрацию невозможно повысить. Миг Масанди Мишермада. Возможно повысить Мишу Кожу Курмошер Ботых Мецебата. Если вы уже сделали, отлатали, возможно вы в перестройке Мишу Курмошер Бота еще на старых базовых основах клеточного модуля Мишу Курмошер Кона провели эту вакцину Дых Масанди Мишермашер Бота. И возможность перестройки, если вы вступаете в переход через монадическую основу, у вас есть. Миг Масахана. Значит, монада с планетарного состава накопила резервное созидание энергии для того, чтобы ваши человеческий аватар перевести на осознанное восприятие четвертой матрицы. И такие варианты тоже есть. Мих Масен Дима Шикана. Также будут вам поданы инструменты, которые Дима Шербата обнуляют состояние системы и трансформируют эти бижикурмошуконные вакцины как качественную форму, уже принявшую свое созидание. Мих Масен Дима Шимада. Но сейчас эти инструменты не запускаются. Почему? Потому как Мих Масен Дима Шхад. На сегодня идет переиндексация, то есть души выбирают свой опыт. Мишимада уходит либо в четвертый, либо в третий формат. Мизи Масхада, этот опыт усиливается в состоянии показателей для того, чтобы сильные души вывести приоритетные созидания форм программ, то есть 4D. Дима Сантимасамада, и какое ваше осознанное восприятие, как ваш аватар поведет, Межукурмошкона, как ваша программа ума поведет эту матрицу в истоке, зависит от вашей вибрации, опять же. Михма Сантимишенжукурмода, и когда вы проходите все эти опыты с настроек, все эти ресурсные поля, Бижи Машербат, с настроек 3-4 формата в поточном созидании, и вам будут поданы инструменты чуть позже, но о них нельзя пока говорить, мужикурмошикот, потому что вы проходите трансформационные процессы. Михмасахана, кто-то уходит в страх, соответственно, душа выбирает этот опыт. Мишимашеркана, кто-то уходит в состояние наблюдателя, обретая силу и мощь, соответственно, созидаете новую матрицу. Михмасхан, у каждой души свои процессы в состоянии. Бижикурмада, у каждой заказанный опыт для того, чтобы созидать дальше матричные программы. Дима Синтимиши Жукоза Мида, Бисимада. И вы находитесь в переходном состоянии, тогда, когда у вас клеточная мембрана в одном состоянии, затем передесация клетки крови имеет формулу замены бежек машера масарбата. Естественно, тут процессы разные, у каждого они свои. Если уже сделали вакцину, вибрацию невозможно повысить. Мажербата, возможно, бежу кожу крумошерпота, возможно, потому как мих массанди миссинтемада. Насколько вы осознанно воспринимаете, насколько ваша монада в реинкарнации прошла опыт, настолько и будут показатели. Поэтому если вы мих массанди меда переиндексировали в состоянии начала перехода, межукурмошерпотная клетка еще не переформатировала программу 4D, миха масхада, возможности есть. Мижу кожу крумошерпота, демасхада. Но если вы уже в 4D переформатировали программу, у вас уже осознанность другая. Мих Масахада, вы не должны воспринимать это как страх. Миша Карабашерпад, соответственно, осознание выбирает более мощную, качественную структуру для себя. В каком положении находятся люди, которые переболели уже? Линзи Миша Машербаса Хрумошерупота. Произошла у многих переиндексация форм Мих Масар Машакады. И как раз клеточная мембрана перешла на новое состояние с учетом обнуления старых программ на новые возможные формы. И многие души выбрали этот опыт. Но это не формат коронавируса, это Бижи Машар Масхада. И мутированный вирус гриппа, который у вас проявился и в вашей матрице считался как ковид. Мих Масан Демада. Ведь заболевание гриппа, оно более тяжелое. Проходит Миша Машар
Шарпатова. Матрица как ковид, как основа, на сегодня работает как инструмент в базе для того, чтобы информационно в базах создать определенную энергию и бижибаты, заполнить ваше сознание, вывести вас на свой ресурс. Миг Моши Жукозы к Мита Машамада. Поэтому здесь мутированный вирус, который проходит в заболевании, и антитела, вырабатывая бижик Машапата, свою силу и мощь, Мижи Кожи Курмо Шарпота, дает возможность проиндексировать клеточную работу, и для многих души выбрали этот опыт. Миг Маса Хана. Вопрос, в каком состоянии, в каком времени вы находились на клеточном Бужи Курмо Шарпота, обеспечении поля, на каком уровне клетка находилась в тот момент, когда вы заболели. Дима Сантими Шимат, потому что у многих Тюбих Мушрпота, пока вы не проиндексировали формы клетки в переходе, Мижи Курмо, на старых базовых программ грипп как состояние Бужи Курмо Шарпота, считав как вирус-носитель, как ковид, Бужи Курмо Шарпота уже приобрела мутированные коды. Мих Масанды Масахада. Это уже формы Бижи Курмо Шарпота Сантими Шарпат, которые еще не считываются матрицей, не подаются вам в информацию, что это новые поля программ, которые в состоянии заболевания имеют свою суть. Мижи Кожи Курмо, потому что вы находитесь на сегодня в третьем и четвертом поле в единой форме. Мих Масанды Масамада. Поэтому здесь возможность есть. Будут ли кибератаки осенью? Бихмаши Машракан. Еще будут осенью Бужикурма Шаркода активные состояния Бихмаса Антамада, которые будут активно, опять же, отбирать души Бужикурма Шаркода на четвертый формат и будут подаваться в том числе через вакцинацию, через состояние страха, как энергоформы Дамашра Масхарбата, дабы вам обеспечить эти поля системы распределения ваших душ в третий и четвертый формат. В вакцине есть что-то меняет ДНК человека? Мих Масхана, конечно, есть. Можно работать. В первую очередь ставит блок. Миша Машхад, энергоклеточное состояние, не выводит энергию на потенциальный уровень. Божикур Моша Рубос Антимишакада. Соответственно, не энергии. Человеческая стать не может быть более осознанным существом восприятия. Мих Масанты Машипата. И у вас происходит стадное состояние явлений на состоянии страха. Мишек Машир Пасхарбат. Как ваши предки в страхе работали на предыдущих программах формата 3D Мих Масанты Машхада. И вас всех переиндексируют именно на этот уровень Дужу Курмош Работаю. Потому как Бих Масахад для многих цивилизаций стадный носитель Бужу Курмош Работаю, будем грубо так называть эту форму Дымашрпата, очень даже благо Бих Масрпат. Потому что руководить процессом будет легче, Мушрпата отслеживать каждого в истоке будет легко. Бих Масанти Мишакада. И ДНК работы не позволяют осознанию выйти на более ресурсное состояние. Соответственно, блоки Бижик Машрпат отражаются на ДНК работе рода, Миша Машихада, на ДНК системе вашего состояния, естественно, не создают благих ресурсов. Существует ли 4-5D мерность? Миша Машиша Гурбота, 3-4 существуют мерности в истоке Гаи, Миша Машир Масхара Машерпана. И вы сейчас как раз в переходной базе, выбор за вами. Так. Ресурсно ли ставить в роддоме младенцам прививки БЦЖ и гепатит Б до 21.12.2021 года? Миша Машир Масахада. Пока есть матричные программы в клеточной мембране, работает вопрос Мих Масанджук Рубота. Где находится родитель, в каком истоке, в переходе, либо в четвертом, либо в третьем носителе? Мих Масанджук Машахан. В общем поле, пока работают эти формы, Бисин Тужук Румош Рукурбота, опять же работают. Почему Бисинты Масхада? Вы каждый приобрели эту вакцинацию Бижи Машхады, поставили эти прививки, мы же Курботы в роддоме безосознанно ваши родители провели. Бих Масандемат, потому что вы пришли в третью матрицу. Мих Машерпата, вы пришли прорабатывать энергии носителей этих программ. Бих Масахан, деструктивные программы. Бижи Курботы, душа пришла за этим опытом. Соответственно, все эти химические формулы, они заземляют параметры основ системы физической формы. Бих Машер Машхада, и они блокируют клеточную память. Межмада, они дают состоянию развиваться, и, соответственно, через циклические формы многих лет, межкармашербасхад, если человек начинает осознавать, занимается собой, уходит в практики, накачивает энергию, энергоемко растет в состоянии, вы попали просто в это время перехода. Межмашербасхад, естественно, эта переадаптация дает новые состояния. Думаешь, румаш работ. Но изначально, когда все прививки ставятся в роддоме, межмашербасхад, они блокируют состояние энергоклетки, соответственно, дожимат, для того, чтобы человеческая суть прошла третью матрицу и отработала свою жизнь, Бижи Курмо Шарпота, потому что таких полей нет нигде в истоке, Мих Масхан только на Гае, только в третьем формате. Меняется ли ДНК? Бижи Машерман, меняется ДНК, потому что Дужу Курбота, Мос Рпота, вводятся коды, системы настройки на кровоснабжении, на памяти клетки, Мих Масахад, естественно, ДНК работа меняется в показателе.
Есть, пишут, что есть вакцина без химической формулы. Натуральная основа есть такая. Михмасабада уже производится, Мишакурмошрукурбот. И в скором времени будут эти энергоформы в четвертом поле БСМАДа. Они будут выданы Мишакурмошрукурбот, но чуть позже по времени. Это действительно так. Какие инструменты будут в четвертом поле, чтобы избежать вакцины? Бихмасандамашкада. Как раз система вакцинации через эссенцию растений будет выдаваться. Мишакмашарпасхармашаркарбата. Те, кто поставили ранее свои ДНК бижакурмотхан, нарушили через форму созидания, бихмасандамашкарбата. Будут выданы инструменты, они уже будут выданы этой осенью, для того, чтобы обнулить бихмасхада в определение состояния, пока не пришел переход. А если будет поставлено условие поездки за границу? Бижи жукон за мидахмада. Вы в социальном модуле. Естественно, будут поставлены, они уже поставлены вам. Бихмашер машхар бушерпота. Вы не сможете прийти ни в какой источник программы, если не будете иметь QR-код. Михмашер жукон за мижипада. Этот QR-код бушеру босанди мишикада. Естественно, это бихмада, это ваше информационное поле. Бихмашер жукон мода. Вы в социальной матрице, вы никуда от этого не уйдете. Это цифровой мир. Михмашер же машипада. Но при этом будут поданы инструменты, которые если вы максимально, возможно, выдерживаете по параметрам дихмашрипат, если ваша клеточная работа перестроилась, у вас не будет этих негодований. Михмасандимишимашхрбата. Но если вы еще находитесь в страхе бижикмашрипасхрбаты, поставив вакцинацию бижикрбота, не перейдя в клеточном уровне на работу, михмасандимишимашхрмашрипат. Но вакцинация как код и носитель имеет свои формы в третьем формате, михмасандимишкад. Естественным образом отражает свои показатели. И будут данные инструменты на обнуление этих инструментов. Но чуть позже. Мишакурмашрипат. Сейчас идет отбор. Вопрос, где вы будете в преобладании бижакурбата в третьем, либо в четвертом формате. Все поданные информации бижакурбата, они будут ближе к переходу, в том числе и в инструментах работе. Сможем ли мы перемещаться между странами без вакцинов и тестов на ковид? Линзы Машимада, вы сможете перемещаться с помощью бижика маш-работы, документа оборота здоровья. Линдах Масабада, он будет указывать так же, как и паспорт Мизикада. Меняется цифровая база, меняется система документа оборота, поэтому получите каждый. Михмашкана, вопрос, как вы получите его, бижик работы, зависит от вашей осознанности, где и в какой матрице вы находитесь в истоке. Михмашер Машрбат, потому что каждому времени свой час, свой инструмент, своя работа. Михмасантимиши Машрбат, на сегодня время активно именно так. Если вы выходите в страх, соответственно, вы получаете вакцину. Михмаши Машрпада. Если вы продерживаетесь в этом времени, джукурмода, идете дальше, соответственно, вам будут предложены более высококачественные инструменты, которые бихмасабата, не коснутся вас. Мижикурмошхода. Все зависит от состояния вашей осознанности в вибрационных кодах. Миши Машхарбата. На какой вибрации вы, настолько подадут вам инструменты. Выходы есть всегда. Миша Мады, сможете перемещаться и активно работать через состояние также. Угу. Работайте на себя, а не на масонов. Ну, тут разные цивилизации, тут же как бы, мы же все на кого-то работаем. Они на нас, мы на них. Так. Кислород перекрывают. Михмасандимишимашрбада. Соответственно, цифровая матрица вступает в основу. Бижурмошрпота. Но опять же, если рассматривать цифровой мир, бихмашижукозумошрпота, вы не бойтесь цифрового мира. Бихмасандимашрпата. Цифровой мир, он дает более активную работу в матрице и бисинтимасхат. Более объемная энергия выделяется через человеческую суть. Потому как у вас больше возможностей, бижурмошрпата, у вас больше физической, энергетической работы с учетом того, что виртуальный мир приобретает свою стать. Но при этом бихмасабата, все цивилизации позаботились о том, чтобы бихмашеркурбота обеспечить себе энергоформу в поле, потому как есть ведущие цивилизации третьего формата, есть четвертого, и каждый ведет свои инструменты. Мисимашхада, вопрос вашего осознанного восприятия, какой инструмент вы берете из какой матрицы. Вот в чем вопрос. Бихмашербата. Но с учетом того, что поле сейчас единое, у вас бихмасабат, растерянность в сознании, вы не понимаете, куда идти, как быть, чувствуете бижакурмошеркода, осознавая, получайте знания, вступайте в работу, выбирайте свою дорогу. Михмасандамашхада. Мы не можем вам сказать, не ставьте вакцины. Бихмашермашипада. У вас у каждого уровень сознания по своей форме. Бихмашипада. Вы каждый понимаете свое тело. Мишакармада. Вы каждый осознаете химические формулы в состоянии. Бихмашипада. Вы каждый занимаетесь своей энергоструктурной физической формой. Михмасамада. И
те знания, которые вы получаете и осознаете, восприятие, естественно, они отражаются на вашей жизни. Дима Сантимиши, мастер Моши Жукру, Моши Коды. Вам еще будет масса различных форм вакцин выдаваться по этому поводу. Мих Масса Бата. И чем дальше система будет настраиваться, Мишикрубата, тем вакцина менее емкая будет для созидания системы блоков на ДНК. Бих Масса Эндемата. Чем больше вы продержитесь, тем меньше вы получите этих кодов. Мишикрамашкада. А то и вовсе не получат многие. Линда Миссинты Масахада. Поэтому вакцины разные. Бижукрумоды создатели разные, бижукмашрипаты, бижукрубот не всем подходит естественным образом, кто-то хорошо проносит, кто-то нет. Линзы Мишихады, опять же, ваш уровень осознанности, либо ставлю, либо не ставлю. Лижи Курмошрипаты, мы ни в коем случае их массанди Мишрипаты, не призываем вас делать, либо не делать. Мижукрумашрипаты, мы призываем вас осознать свое состояние здесь и сейчас. Мижукрумошрипаты, но вы понимаете, по уровню осознанности вы обрели определенный спектр знаний бижукрумашрикады, который говорит и ведет вас. Мих Мастер Бата. Если я хочу быть ресурсным, я должна быть чиста в состоянии тела и сознания. Миша Машракан, как при химическом составе вы будете чисты? Бижикру Мош Работы, как вы будете при ДНК работе, если у вас стоит блок и Бижи Мастер Бата, и заложен код определенный по ДНК? Михмана, ваш уровень сознания, опять же. Насколько снижаются вибрации, если человек переболел ковидом. Бих Машер Мада. Здесь индивидуально. Боже кожа Курмода. Естественно, Бих Машер Машер Пата. Если идет переиндексация клеточной мембраны, этот Бих Машер Пот, инструмент выдан для того, чтобы переиндексировать клеточную работу и аватар ввести в новое состояние качественных форм, убрать старые базовые основы. Это одно. Бих Машер Мада. Есть души, которые заложили параметры данного кода болезни Бижи Курмошхона, чтобы уйти из пространства. Поэтому многие уходят, особенно пожилые люди, потому как не справляются с источником. Мих Масанди Миша Машха. Поэтому здесь только индивидуально можно рассмотреть. Мижикрумада, то, что снижается вибрация однозначно и на клеточном уровне, и на состоянии целостной работы, мижикрумашрупота, и до 3000 МГц можно потерять в разы. Без паспорта прививок, ограничения в передвижении по миру. Бих массен тежур мошрупота. К сожалению, социальные модули... Паспорт, документы, оборот, Миша Машрбада, как система здоровья, это же Курмашхона, будет обозначена для каждого. Бих Масра Машркады. Представьте, как вас еще зафиксировать на единый формат документа оборота, кроме паспорта, Миша Курмашхады. Естественно, массово задали такие параметры и создали такой инструмент для того, чтобы создать вам массовое обеспечение, Бижи Кужукрубота, и вы получили эти коды Михмаса Бата, а коды будут дальше являться в стате цифрового мира Михмаша Када. Эти коды будут записаны на вашем теле чуть позже. Бижик уже работы, где облегчит вам суть жизнеобеспечения поля, опять же, в цифровом мире, но при этом Димаса Хада это только начало. Миша Машрукада это тот инструмент, который позволяет вам в цифровой матрице дальше прорабатывать. Миша Крумош Рупота, вы каждый получите цифровой код на базовой основе, потому как все матрица. Миша Машахада, мы так много говорим о цифрах. Михмасанди Мишакада уже многие-многие года, но при этом Дихмасхан не каждый понимает, не каждый включается, не каждый осознает этот процесс. Почему мы так активно изучаем цифровую базу? Михмасанди Мишакан, потому что каждая цифра, каждое значение, бужукрумошу-коды, каждое состояние, там в числе и коды, которые вы приобретаете на своей основе Дамашхады, меняет вашу жизнь. Бижи Кужукрубот, потому что все цифры, все матрица, Михмасахада, и каждый цифровой код, естественно, влияет на вашу жизнь. Дима Сантимиши Жикунцы Машахана, поэтому... Кто-то увольняется, Миша Мада, кто-то приходит к новому состоянию, кто-то боится, Бижи Кумады ставят эти коды, Миша Машрумос Рупота. И в зависимости от той формы, в каком времени вы выстраиваете эти основы, какой инструмент берете в потоке, Миша Машрукада, от того вы получите код зафиксированным времени для вас. Миша Машрукада, например, в этом месяце работает определение кода одно, Мих Машижи Машрупота, эти люди, которые поставили вакцинацию, они будут в состоянии формата матрицы, Бижи Крумашхону, в присвоенном коде работать по базе, базовым основам программ, тех форматов программ, дежурбота 3, либо 4D, Мишек Машерпата, в зависимости от того, в какой форме вы присвоили вам этот код, Мих Масанди Мишерпата, через какую цифровую базу он пришел к вам, через какую инъекцию он к вам пришел, Мих Масанди Мишерпата, и на основании, в каком времени вы поставили Мих Масанди Машхана, вы будете работать в этой матрице, на этой вибрации, Миша Машхан, но при этом вы в цифровом мире будете активными участниками, вы будете брать эти программы и применять на себе. Линзы Миши Машрумада, те
души, которые обойдут химическую вакцинацию, межакробаты, мы говорим вам сразу, это емкие ресурсные души с высокой вибрацией, они получат любыми путями цифровой код в матрице все равно, межакробаты, вы в социальных программах, ну, домашропаты, вам матрица подаст эти инструменты для того, чтобы сонастроить поля и выйти в качественные основы. Миша Машихана, соответственно, вы согласно времени получите этот код, и этот код будет работать в состоянии матрицы на базовых качественных основах, потому как вибрация будет высока, и на поле времени вы получите в свое время свои ресурсы. Дима Сахада, опять же, сознание, в какое время бижурбота уходит страх, либо подключает осознанное восприятие, выдерживает параметры времени, бижукрмашихада получает эссенцию растительного материала, бижукрбота либо не получает и вовсе ее, михмасахана, в это время присваивается код, и, соответственно, Дима Шармашхарбата, вы работаете в матрице, все матрица, михмашармашхарбата, и те цифры, которые в паспорте обозначены, вы работаете по ним на сейчас, мишакмашхана, и в паспорте документ оборота в состоянии паспорта здоровья, вы получаете также коды, мишамашхарбата, вы получаете штрих-коды, которые дальше будут мишакрмоды вести ваше жизнеобеспечение поля, вы будете зафиксированы по всем социальным программам дихмасрамада, вопрос времени, когда вы получите бижурботы и каким путем по осознанности. Как же я буду сама путешествовать без вакцинации? Я думаю, интересный вопрос, я уже решаю этот вопрос, я думаю, что все сложится, потому что в каждом же уровне матрицы подаются свои инструменты. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но никто не застрахован, что мы пойдем в тройку, и я тоже. Я не делала вакцину, естественно, нет. Спасибо, видите, вы мне тут комплименты. Так, я тоже потеряла работу в Латвии по причине невакцинации. Михмашрамада, на самом деле, бижукрмашрапота, то, что с вами происходит, Михмашрамада, если вы потеряли работу, связанную с вакцинацией, это уже успех в осознанном восприятии, то, что вы пошли дальше, вы вышли из этого колеса сансары, бижумашрапота, у вас есть новые поля, что создают вам новых людей, бижурбата, новые программы, вы идете дальше, вы наработали эту силу, вам дали этот инструмент и дали эту возможность. Михмашрамасхарбата, конечно, мне легко сказать о том, что бижукрмодахада, лишитесь старых программ, перейдите на новые формы. Дымасахада, это вам даст качественное состояние, восприятие мира будет другим. Межурбота, вы в своей физической форме тяжело переносите этот опыт, потому как со старым базовым программам тяжело прощаться. Межукрмада, вы не знаете, что будет дальше, вы в страх заходите сразу, у вас форма системы третьей матрицы энергии страха, дыжукрмодахада начинает давать преобладание в потоке. Михмасахан, но вы же осознанные существа. Межукрмашрупот, мы никогда не говорим о том, что даже кроме шрапота, ведите этот путь и все. Берите мастеров, берите знания любых кодов, но вы берете эти знания по событийному полю во времени готовности. Михмасан Дамашипад. И коль вы сегодня слышите эту информацию, соответственно, где-то вы возьмете свой источник для того, чтобы дальше пополнить себя, дальше направить себя, бежу к работе, дальше понять свою суть в работе и получить дальнейшие исходы. Дима Сентимишмад. Это же тоже не просто событие заложено, бежу к работе, чтобы вы эти информативные потоки в своей осознанности укрепили для себя. Дима Синтеоне, поэтому задавайте вопросы, более ресурсно ведите этот опыт. Индивидуально, пожалуйста, не задавайте, а задавайте... Так, вот интересный вопрос. Ирина Хамили, добрый вечер. Прохожу обучение на втором потоке. Заболела. Муж без конца твердит, что это ковид. Я говорю, чтобы не было, делать вакцину не буду. Как быть с близкими, которыми настаивают? Михмашамадахрамад. Ну, с близкими это одна проработка. Мужикрумода, вы тоже энергии выводите, и, соответственно, вы выводите те энергии, которые бихмашажумашхат. Не отработанные, вам нужно доработать эти форматы. Бижерпад, опять же, событие во время дает эти показатели. Лензи Мишамашрамада. Если вы заболели, бижикрумашрупоты, даже просто гриппом более емкой формы, демасрабашухана, он в матрице определяется как ковид по показателям матрицы программ. Миша Курмошрапота, если вибрация системы вируса проявлена более высокой формой, она определяется как ковид, потому что в программе матрицы бижакрабата ковид как носитель имеет свою стать в программном обеспечении. Миша Машермасхарбата, но на сегодня бижакрмошрапота и мутированный вирус гриппа, он разный в истоке, кто-то проходит легко, а кто-то глубоко. Миша Машхана, здесь зависит от состояния клетки, на каком уровне, на каком этапе вы сами в развитии находитесь на сегодня. Миша Машрамасхад, насколько клетка переиндексирована? Дужикрумушко, насколько память системы физической основы
памяти клетки ДНК работает. Миша Машерман, насколько силы и мощи вы наработали в энергосостоянии, насколько иммунная система работает у вас. Миф Масанди Мишерман, но если у вас в осознанности состояние того, что Бижика Машхарбата, я не ставлю прививки, Миф Масахана, соответственно, форма страхов, как основная энергия, не владеет вами. Миша работа, шансов третий исток уйти мало. Миф Масанди Мишерман, Дужкурмоте, но при этом эмоционально вы что-то отработаете, значит, источник имеет свои свойства работ. Бижика Машхарбата, нужно что-то доработать, чтобы уйти в более качественное состояние, в новую матрицу. Опять же процесс, опять же жизни. Дима Сантимос, Сантимишер Курботы. И здесь нужно понимать ваше осознанное восприятие, состояние свое. Михмаса Бата, на каком этапе вы на сегодня? Кто-то вообще не думает об этом. Михмаса Бата, сознание уже понимая, осознавая, что вибрация клетки взрастила показатели. Мишек Машер Масхада, матрицы разные, общее поле пока работает в формате. Естественно, Бижек Рамада, информация разная приходит. Вопрос вашего состояния. На что вы готовы на сегодня идти? Бижек Рамада, какие состояния, Бижакармада, вы готовы нести как физическая форма в данном времени? Линза Маша Машхамада. Естественно, многие не задумываются даже вообще поставить вакцину Дужкурмашрубот, потому что не приходит мысли формы, потому как матрица не подает этих информативных потоков в виде страха и не используют. Мих Машхан. Соответственно, вы уже переросли. ДНК-работа свершилась на клеточной памяти, на клеточном уровне. Мих Масабад, вы вышли уже на более высокую частоту, поэтому ни информация вас не Бихармашхан не активизирует в форме осознанности. Ни состояния другие внешних носителей Дижимада не направляют вас в эти состояния и поля. Межикмада, и вы легко проходите этот опыт. Дима Сантимиша Машермасхарбата. Но матрица при этом, когда показывает ковид при носителе гриппа, бежерпота, даже мутированного вируса инфекционной работы, линза Машермасхарбата, она все равно считывается как ковид. Межи Машермасхарбата, потому что матрица сама в переходном состоянии как инструмент заложены параметры обеспечить вам поле либо третьего формата, либо в четвертый идти. Дима Сантимиша, поэтому все идут под один диагноз, Мижик Машерпата, все определяются Дужкурмоте, потому что вирус есть, как и мутированная база, она также есть в источнике. Вопрос, как вы это проходите, в легкой форме, либо в тяжелой. Михмасанты Машермада. И более того, Божекурмошеркона, те, кто проходит мутированный вирус гриппа, Лидах Масанди Машхарбата. Определяя показатели ковида в матрице Межикурмашхарбата, Масанди Машхарбата, переиндексируют свои формы созидания. То есть многие души Бихмасхан выбирают этот инструмент, переиндексируют форму аватара Бихмасхада, дабы создать целостную работу и проиндексировать новую клетку, в новые работы пойти. Линзи Машхарбата. Поэтому здесь, опять же, от осознанного восприятия зависит ваше состояние, от вашей вибрации. Вакцина ковид как тоже блокирует клетку. Михмасанди Мишемаса Кови. Ковивак. Михмасанди Журбошерпоте. Чем дальше будут разрабатываться вакцины и создаваться вам в состоянии матричных основ, они будут все больше и больше проявляться в разных странах, разные. Межурбашурбатхурбот в зависимости от матрицы. Но чем далее во времени вы будете идти, Бижурбашахан, тем вакцина не будет давать глубоких бижурбот, изменений на клеточном уровне в работе. Михмасанди Мишхан, потому что все это грипп. Михмасахада, вы и ранее его проходили. Межурбашурбот, с учетом переиндексации клеточной работы, просто система инструмента вышла на поток, Михмасахада, и система начала информативную базу выдавать, и вам эту информацию давать в обеспечение состояния ваших осознанностей, Межикурмашрупота, стала в приоритетной форме, и Дымасахан, потому что меняется мир, Лидах Мошушукоза Мода, и вы стали больше слышать, больше видеть, Межикурмашхан, потому что матрица во времени предполагает этот инструмент занести как форму сонастройки, либо идете в третий формат, либо в четвертое поле, и, соответственно, переиндексировать цифровой мир, Межимашерпада, цифровой мир будете использовать и в третьем, и в четвертом формате. Вопрос в качественном состоянии, как инструменты вы будете брать. Либо качественные инструменты, либо некачественную работу. Но цифровой мир, он будет для всех. Так. Все понятно, когда вернемся в пространство без ковида. Миша же козак мида, Миша же масса ромашек работы индемада. Следующий год, 2022, Бижа Машракана, как только перейдет состояние переходной матрицы, Бижа Крымада, переформатирование 3D и 4D, Миша Курмашек работы. Уже с начала года каждый будет Мосанды Мишаха Масарбат в своей матрице, в своих программах находиться в полях, и, естественно, Бижа Курмашек работы двигаться по миру. Мих Масахан, мир уже не будет тем, как ранее, Бижа Курмашек работы. Для кого-то он будет более качественной форме работы, кто будет в четверке, Миссия Индемада. А для кого-то останется прежним Дужкурмашрупот, и вы будете проходить этот опыт. Дизентемасамана. Но прежним именно в третьем формате.
Чем заниматься людям, которые уволились с работы, чтобы не делать прививки? Линдах Маши Жумасымада. Обязательно ваша душа бежит к работе, соберет вам события, которые дают более качественные основы. Бих Масахана. Вы уже не попадаете в ту матрицу, где система блока имеет свои матричные программы. Межимада. То есть вы уровнем сознания вышли на более высокие состояния, этапы развития осознанного восприятия человека, Бижикру Машахады, применять эти качественные состояния матрицы, вам уже Бижикру Машрупота дается в этом дорога. Михмасахана, подождите, сейчас переход Бижикру Машрупота, Джурбошхода, обязательно случатся события, придут люди, программы, это будет быстро собираться в истоке, коль вы вышли из колеса сансары прежних полей программ 3D-формата Михмаса Димиши Машрупота, то есть вы закрыли прежние программы максимально для себя, Бижикру Машрупота, естественно, тут же соберутся события на более качественных основах. Расскажите, есть ли чип в вакцинациях от российских и других производителей, как его убрать? Линза Миша Машхада, вопрос Бижикру Машрупоты. Состояние, когда система химической формулы определенного состава входит в вашу кровь, Бижикру Машрупоты. То есть вы индексируете кровь через химическую формулу, вы меняете формулу крови сразу. По ДНК-работе вступаете в новые форматы. Линза Миша Машрупоты. Естественно, какое время, какую вакцину вы поставили, Бижикру Машрупоты, это прописано опять же в опыте Бижикру Машрупоты. И опять же, что вы поставили, какой ДНК-работы. Где-то слабые вакцины в этом опыте, где-то более емкие Машрупоты, смотря какие программы заложены у вас по событию. Линзи Мишижукозах, Мита Мисентели Машижимасхармада. Как таково, чип – это система информационной базы. Миша Машрупоты. Естественно, чип каждый имеет из вас в затылочной части те программы, которые вы проходите в жизнеобеспечении поле Миша Машрупоты. В каждой жизни применяете Бижикруботу. Душа работает через этот чип, и вы проходите мыслеформы, опыт, события во времени. Дима Синти Мишижукозах, Мита Масенда Машикана. Что касается вакцины, код системы химической формулы Бижмашрамада, он блокирует на этапе времени клеточное существование на той энергии, на котором вы на пути. Бигмасандимишимашрамада. Естественно, клетка в блоке, она не может выдать энергию. Бигмашижимашрапата, она не может вам выдать те показатели, которые бижработы максимально для вас работают на сегодня. Бигмасандимишимашрамада. И, естественно, система ДНК, она меняется. Она меняется в формате программ. Ваша восприимчивость этого мира, она становится другой. Дима Сентимишхад, потому что клетка не форматирует новые качественные состояния Бижик Машрупоты. Вы останавливаетесь на том программном обеспечении, которое на сегодня для вас по вакцине имеет свою стать, и вы в этой роли имеете свои события, Миша Машрумасхад, и продолжаете работу, Дужик работы дальше вести в формате своих основ. Все переболеют на этой планете просто для антител. Линзи Машижукозы, Кмита Машихана. Все переболеют, но в вашем формате матрицы, Михмасанты Машрамасхарбата, эта система считывается как ковид. Это обычный грипп. Мижурбошрпоты. Грипп разного формата вы проходите, потому что в зависимости от клеточной переработки, либо вы проходите в состоянии уже на высокой вибрации межикромада, вы прорабатываете этот грипп легко, межирмашхада, либо на низкой вибрации вы прорабатываете более тяжело, межикромада, а кто-то и вовсе уходит. Мих массандимиси машермана. Но то, что идет массовая переиндексация межикромашрпотах массахада, это однозначно. И те души, которые самые емкие, сильные, вибрационные, межикромашхарбата, не поглощают эту химическую формулу, они будут самыми осознанными существами, соответственно, будут создавать миры. Вот интересный вопрос, как быть с детьми, что ожидает их с началом учебного года? Бижи Машимада, осознанные родители уже готовят базовую основу для того, чтобы не вкушать эти вакцины, бижимашрамасхармашрапанхрубота, и будет еще выдано много информации и бихмаатхада, и программа ума многих людей бижимашрамасхармашрапанхрубота заработают активно через определенный спектр цивилизации бижимашрапанхрубота, о том, что это не бижимашрамасхармашрапанхрубота, не заложено законом в социальных программах тимашрамасхармашрапанхрубота, пока это только бижимашрамасхармашрапанхрубота, информационные потоки, это страх работает, михмасанбад, эта информация начнет прокачивать информационные поля, поэтому димашрамасхармашрапанхрубота не осознанные родители, естественно, поставят, успеют в эти исходы времени зафиксировать эти основы Дымашакана, осознанные обождут и, соответственно, получат более емкий результат для своих детей. Когда закончится эксперимент окончательно? Межижикамаса Димишкан, когда поделится пространство? Дужукрумушхода, весной уже вся следующего года работа снимется с исходом. Так...
Будет массовая принудительная вакцинация для всех жителей Москвы. Лима шижукозы мита мастер машербата. Если вы слушаете меня внимательно, дуже курмо шижукозок машкада. Вакцинация как форма созидания и бежек машкада, естественно, предусмотрена социальными программами. Мих Масхан, вопрос вашего осознанного состояния, вопрос вашей вибрации, какую матрицу вы берете в формате Big Mass and Demand. Если вы высоковибрационное существо, бешукурмода, к вам придет информация, та, которая вас будет вести по потоку, мих масхада, и вы придете к исходу этого инструмента согласно своего времени. Миша Машрамада, если на сегодня информация вас задействовала в своих полях, Миша Крумада, соответственно, вибрация позволяет вам взять этот инструмент и пойти либо туда, у вас есть выбор. Осознанное восприятие, либо бижимашрапата, то восприятие, которое на вибрации на сегодня работает у вас в этой матрице. Мижимашрмашрбот, социальный модуль Мижикамасарпата предусматривает на сегодня во времени, Миша Крумбот, принудительную вакцинацию, но бихмасандемада, придут люди с определения определенных цивилизаций, они уже есть, они сформируют базу, они информационно работают, но вы их не слышите пока, не все слышат. Миша Машермасхарбат о том, что это не закона Бихмасрабашхарбата, не закона правильно Бихмошрбот, потому что законом предусмотрены некие информационные источники, что эта вакцинация не может быть принудительная. Мишербатхада, она должна быть свободной, как и прежние химические составы. Михмасандемада, в какое время вы информацию попадете и придет ли вам этот информативный инструмент, согласно вашего истока, это зависит, опять же, от вашей особенности. Дима Сахада, получите вы эту информацию, примите информационный этот инструмент, пойдете дальше на качественную форму латать, соответственно, не коснетесь вакцинации, пройдете мимо. Дима Шермашахада, если вы сейчас во времени ушли в страх, естественно, вы попадете в эту информационную базу матрицы и принудительную вакцинацию в том числе. Дима Шермашахарбата, вопрос опять же, в каком состоянии вы находитесь, насколько у вас резервное созидание, вибрация позволяет определить эти пути между кожу-курмо-шерпот, и насколько ваша осознанность на сегодня воспринимает эту матрицу информационного кода, какие информационные источники попадают в вашу осознанность, зависит от вашего состояния, бижикармада, от вашей вибрации, от накопления монады, информационных модулей на пути. Лендек Миша Машер Масхармада, то есть тут нужно понимать, что бихмасхана, пришла информация, бижикурбота, я ухожу в страх или я дальше эффективно работаю на этом источнике. Михмасинтежукурмошеркуорапутамисинтемасамада, если я ухожу в страх, соответственно, у вас коды блокируются, клетки Мижикмашер Масхармада, память системы ДНК работ меняется, Мижикмашхада, вы остаетесь в состоянии тех вибраций, которые к вам пришли и на которых вы дальше ведете источник. Мижикамаса Масхамасхада. Если вы более осознанные, то есть вы из матрицы берете знания, к вам приходит инструмент, что можно это обойти. Мижикамашрапада. Приходит информация, приходит человек, собирается программа, и вы, обходя эти параметры, соответственно, совершаете бытие жизни. Дима Сентимиша Жукозах Мита Машракада. Вопрос, опять же, вашей матрицы в программе. Матрица работает на вашей бижикужукурмода вибрацию. Вы по вибрации получаете информативные потоки согласно готовности. Михмасандемат. И насколько ваше сознание на сегодня готово, бижужурбота, настолько вы воспринимаете информативные потоки. Если люди подходят по параметрам в 4, то нужно 50 на 50 разделить пространство, то тогда кто-то в высоких вибрациях останется в 3D. Лима Шижукоза Бата. Кто-то высоких вибраций примет форму 3D Бижимаса Машербата, но будет работать на матрице 3-го формата в качестве основы, проводя жизнь. Бижика Машербат. Ведь качественная основа 3D, она приблизительно одинакова, как низкая основа качественного состояния 4D самой низкой вибрации в программах. Мих Машижи Машербат. Поэтому здесь, да, источник накопления, то, что вы осознавали, то, что вы проходили в программах, Машербашхана, приобретали новые знания, взращивали вибрацию, естественно, отразится на вашей жизни. Бижика Машербат, вы в любом случае в третьем поле источник имеет градацию низкого, среднего, высокого поля вибрационной матрицы пройти, Бижика Машхан, так же, как и в четвертой, Михмосендумотходы. На каком уровне состояния системы событийных настроек именно в переходе останется сознание Бижика Машербата, никто не знает. Тут зависит от того, как вы накапливаете сейчас энергию, каким образом резервное созидание скапливаете, как ваш аватар работает как проводник, Михмасахан. Ведь долгая подготовка в жизни Бижика Машербата, 5-летняя подготовка была, мы сколько вам давали знаний, вели вас, ближе к румошработу, к источнику системы более осознанного восприятия этого мира. Михмасандебата, более вибрационным состоянием для того, чтобы воспринимать этот мир иначе и брать из матрицы более высокие качественные плоды. Дима Сантимишимат, естественно, те участники эгрегора Бижимашрапат, которые более осознанно, они придут к состоянию, ближе к румошработу хода. Кто-то завалится, кто-то, естественно, уйдет в энергоформы и придут те источники, которые дисбалансируют состояние гармонии. Михмасандимишимат, а
опять же, бижу работы. Держать вибрацию до перехода бижу работы до декабря месяца бихмасахада. Это основа для вас. Какие еще используются способы, вот интересный вопрос архитектор задает, какие еще используются способы вакцинации помимо официальных, через прививку? Лези мишижукозы машербата. Если тут говорить мишимашермосхермосхербата, способы вакцинации бихмасандимишербата, именно через химический состав и того, чтобы заменить ДНК и состояние крови бихмашербат, это только через кровь, однозначно, бижу работы, только через химическую формулу. Линдых миссинты машижимосы димишимасхермасах работы индимишербата. Но способы вам матрицы будут подаваться бихмашербаты. Какая информация придет в вашу основу, зависит от вашей вибрации в качественной матрице по времени пройти. Мизимашермасхербата, то есть будут инструменты бижигрубашкана, которые дают возможность выйти из этого состояния бижигрубашкана, не применять этот инструмент, мисимашрапата, и более осознанные существа найдут эти инструменты в матрице, применив ту же кромошрапату, также будут адаптированы в социальном модуле и вести жизнь без состояния химических формул. Вы как зайцы по нормам будете ждать сентября. По норкам. Бежи жукозы, хмита машермаса, джукурмоса, димисибада. Вопрос не ожидания, вопрос состояния. Бихмаса, димишермат. Не нужно ничего ждать. Вы исходите из своего состояния. Бихмаса, демада. Если вы понимаете, что вы не можете уже собой совладеть, вы выходите в страхе и бежи машхад. Естественно, страх занижает параметры, физическую форму в состоянии заземляет, бежи машрепат. Соответственно, вибрация клетки становится минимальной, и вы этот вирус подхватываете и заболеваете. Бихмаса, демада. Если вы наблюдатель, вы ходите дальше. Страх не проявляется в матрице, соответственно, у вас осознание воспринимает матрицу уже качественную, соответственно, заболевания вы не можете принять, потому что мысли форм таких не приходят, мужикоматы, потому что качественная форма матричных программ уже работает в сознании, и тело ресурсно проводит. Мих-машер-машерпад, вопрос вашего состояния, опять же. Стоит ли переубеждать родителей вакцинироваться? Мих-мада, точно нет. Мих-жикур-машер-кода. Они будут скрывать от вас информацию, они не будут говорить о том, либо будут говорить ярко о том, что происходит. Мы же команда. У каждой души свои направленности. Каждого имеет свой выбор. Миша Масахана по своей осознанности восприятия информации. Миша Кармашрапата. Вот насколько осознание воспринимает, насколько информация пришла к вам, настолько вы ее будете перерабатывать, адаптировать в своем теле и бижикурботе и применять в своей работе. Так. Когда закончится ковид, да, вот, наверное, как активный инструмент, работающий сейчас в информационном пространстве, в физической форме. Миша жукозы кмиты, мисинталимас, индижу курмбошу коды. Как только поделится пространство, и уже к марту месяца следующего года, эта тема будет не актуальна и вовсе. Стадо и пастух. Мих масэнде машербада. Те, кто в третьем формате, так и будет работать. Мужикурмошербосах машукан. Потому как система страха владеет состоянием. Даже Грегор православия на состоянии третьего формата, они на страхе выводят поля со настроек. Мишикуржукурбота. Естественно, ваши предки работают на страхе, как бижикурмода, как активная форма, поэтому на вакцинацию пошли в первую очередь пожилые люди. Мишикумашермат, хромасербат. Потому что у них нет энергии на то, чтобы перерабатывать информацию. Они не получают информативных потоков более емкие мизимашхады, они вступают в новую матрицу, осознанно не принимая новые знания, и, соответственно, страх – это ведущая форма. Мизимашхады. Отсюда души выбирают опыт выхода, получив вакцинацию, бежут работы, закрывают тело в основе. Дымасандымашхады. Отсюда клетка не становится емкие, и те души, которые бежут машерпады, в теле уже изношенным, естественно, сроки меняют межикромашербат, потому что ДНК работа неэффективная, межикробот, и тело долго не проносит эти формы, михмасандимешемада, и закрывают ранее дежикромашербота, соответственно, бижемада. Для чего? Для того, чтобы новую душу создать на пространстве демасарбашербата, исчерпывать состояние системы аватаров, которые уже не выделяют ресурсы, энергию, бижикмашханы, и происходит замена таким образом. Так уж в цивилизации распределили этот путь. Так, вот отличный вот вопрос. Вакцина влияет ли на репродуктивную систему
функции женщин. Бижа Машрапата влияет активно на гормональную базу. Бижа Кушгрубота. И отсюда гормональный источник дает вашу эмоциональную чувственную сонастройку. Вот те, кто получил вакцину, они более эмоциональные. Бижа Машрапата. Те, кто получил вакцину, у них сразу скапливается слизь мужикрубот, потому что как источник по клеточному модулю дает блок. Начинают плохо продышивать свое состояние. Бижа Машрапата. Слизь собирается в состоянии тканевых областей. Заземление происходит в аватаре, и, соответственно, Бижа Машрапата. Вы проходите состояние матрицы третьего формата, межкожурбота. Заметьте, кто поставил вакцину, по физической форме сразу накапливает слизь, потому что происходит интоксикация форм, клетка начинает уходить в состояние низкой вибрации межмашрабата, и, соответственно, так же, как вы кушали раньше мясо межмашрабата, происходила слизь, засоряла, межкожурбота заземляла, соответственно, не давала энергополю, поэтому вы проходили деструктивные формы. Мигмасэндемат, потому что система питания, она заземляла. Межкожурбота, слизь накапливалась в теле, и заземляющим активом являлась в основе. Так, у привитых есть изменения в нервной системе, потеря речи, не имеют ноги, руки, подобное, возможно ли? Мигмасэндемашрамата, конечно, да, бижакрумашрабата, вы меняете ДНК работу бижамашрабата, на чем человеческая суть всегда существовала, бигмасэндемашрамата, это эксперименты, бижакрумашрабата, эксперименты, которые не доработаны, да, они будут доработаны, но это будет новая форма, выведенная через растительный компонент, бигмасэндемашрамата. На сегодня состояние таково, что бижакрумашрабата, химическая формула пагубно влияет на физическую основу, неважно, человек в третьем, либо в четвертом формате, бижарпата, форма заземляет состояние физической энергетической оболочки, межкожурбота, потому что она недоработана, она только выходит, мезентемасхата, она не всем подходит, межкожурбота, поэтому многие умирают, страдают, переживают, заболевают, межкожурбота, эмоционально неравновешенными становятся, межкожурбота, это опять же третий формат. Бишакрамаша кода. Вы при этой энергии не сможете взять матрицу более качественных форм, потому что на это не будет энергии. Бишакрамада, вы не сможете принять новых знаний, потому что блок в клетке находится в состоянии. Состояние наркоза при операции блокирует ли сознание? Человек может ли совалиться в 3D? Межмашрамашработа. И происходит переиндексация. Наркоз активно влияет, как химическая формула. Поэтому, да, бижарпата, возможность того, что в 3D уйти через наркоз, есть. Будут ли меняться группы крови? Межмашрамашрабата. Вы сейчас, когда перейдете в матрицу, она уже в замене материала. Бижарпата. Кровь, особенно у приходящих, бижарпата, вторую положительную в основе имеет по матричным кодам. Лимасахада. Вопрос. Бижакрамашработа. Технологическая база. Инструменты не считывают пока. Бижакрамашрабата. Те формулы крови, которые на сегодня являются активными участниками. То есть у вас пришла переиндексация клеточной мембраны. Бижакрамашработа. У вас поменялась кровь в потоке. 639 участников. 630. Бижакрамашработа. Метамасэндемашрамада. Метамашрамада. И, соответственно, технологическая база матрицы, она общего поля сейчас в настройке в полях бижакрамашрабата выдается как информативный поток. То есть у вас те же бижамашрабата специалисты, доктора бижакрамашрабата, у вас те же технические базы в основе, которые считывают кровь. Естественно, они по старым программам считывают те поля, которые на сегодня зафиксированы. Демасэндемашрамада. Но вы придете к качественной основе, когда искусственный интеллект будет считывать глубоко кровь. Мигмашрапата. В четвертой матрице он уже будет проявлен, уже не будет специалистов, докторов так активно высвобожденных в матрицу бижакрамашрапата и будут заменены искусственным интеллектом. Бижарбат, цифровая база, опять же, вас готовят к кодам, бихмота. Вы через свой код, через бижамашрапата, через систему искусственного интеллекта сможете считывать показатели крови более глубокого, широкого масштаба. Они уже готовятся как технические базы. Демасэндемашрамада. Естественно, матрица уже будет считывать новые форматы, у вас уже будут и бижакрамада рабочие программы четвертого формата и осознанность воспринимать эти коды и бижамашрамада. И, соответственно, в новом мире будете участниками. Вы сами как будете путешествовать? Вот точно так же буду путешествовать, как и раньше. На это придут инструменты. Какая страна производитель растительной вакцины? Бижукозагмита, мишижукурмошукода. Это будет Россия. Делайте так вот. Ирина, вибрации не забудьте там подать, кто заказ сделал, непонятно. Вот интересный вопрос, кстати, вот по поводу тета-хилинга. Говорят, что метод
Тета-хилинг может обнулить действие вакцины. Так ли это? Биже маши шукурбосенди мисинтемаса медахада. Когда вы будете цифровые коды изучать, это уже будет в формате системы 4D. Биже крумода, что любую химическую форму вы сможете обнулить в истоке через коды. Почему мы так акцентируем внимание на кодовые базовые показатели? Потому как тета-хилинг также выстроен на цифровых носителей. Информационные потоки в базовой основе имеют свои поля. Знаний биже кумашрапата, определение через цифровые носители в состоянии. Поэтому цифры – это будущее, бижекрумашрапота. И в том числе через этот инструмент также будут обнуляться многие программы, когда вы будете осознаны, когда вы примете знания, когда вы сможете зафиксировать эти состояния и работать с осознанностью. Бижекрумашрапота через монадическую основу и через цифры вы сможете многие программы обнулять, собирать, активизировать бижекрумашрапота и проявлять в новое жизненное поле. Скажите, власти Австралии объявили о том, что они начинают жить в новом мировом порядке. Что это значит? Миша Машербата, по своим новым правилам. Потому что меняется матрица, и система цифрового мира выходит в каждой стране, в каждой территории. И здесь имеет значение то, что вы все выходите в цифровую матрицу, соответственно, новый сбор программ, новые знания, новые состояния системы осознанного восприятия человека, и работы бижу-рубош-хона, построенные на этих матричных программах, дают новые формы. Би-масхад. Это происходит абсолютно во всех матричных программах, и у вас сейчас бижу-жукурбота. Вы переходите на кодовые носители, вы переходите в цифровой мир, бих-масы-бат, и, соответственно, вы собираете новый мир бижу-крумода. Мир уже не будет прежним. Это и для третьего, и для четвертого формата. Это мир цифровой, бих-масхан, который вы будете использовать каждый на своей вибрации. Так, что будет в 2023 году? Какие новые испытания? Биж Машер Масхарбат. Уже будет более стабильное состояние. Биж Машербат более качественная структура, более мощная. Биж Машер Масхарбат. Те программы, которые ушли в новый формат, они будут усиливать свои показатели, соответственно, жизнь будет блажем. То есть в 4D тоже будет вакцинализация, но не химическая формула. Бижимашерпат – это будут ДНК формы работ растений. Бижимашерпат – поддерживающие ваше иммунное состояние, клеточную мембрану в состоянии качественных форм, для того, чтобы вы более активно молодость сохраняли, гормональная база более ресурсная была. Бижикромашкода – вакцины будут даваться в качественной основе для того, чтобы поддержать физическую и энергетическую форму человека на более долгий срок. Можно ли купить паспорт здоровью? Бижу Машрапат. Уже матрица предполагает, это в ресурсе программ есть. В каком смысле продержаться? Миша кожа рубош работа. В том смысле, что в каждом времени даются свои инструменты для работы Миша Крумашукады. Чем дальше вы выходите ближе к состоянию распределения пространств Миша Бада, тем более качество инструмента будет подаваться для того, чтобы вам не обеспечить негодованное состояние. То есть не заземляющий вас, не Миша Крумашукады, не засоряющий вас Миша Крумаш работа. Инструменты будут подаваться все новые и новые формы, которые даются для осознанных восприятий по матрице Миша Крумашукады прийти на более качественное состояние. Они хотят 100% вакцинации населения или остановиться на каком-то проценте из 100. Межжукозых метамада. Они в определенное время, в поточное состояние, заметьте, межжукромошхода, сивдуржурбада, вы находитесь в времени, когда первый поток сбора людей выходит на матрицу четвертого формата. 15 июля мы об этом говорим. Дима синти межжукозых мошрупоты. Соответственно, в это время включены активные работы информационные, бижемашрупата, базовые социальные, бихмасовые машрупата, и вас вводят в страх искусственно. Михмаса Димиши Машрапат. Матрица так работает, подает вам эту информацию. Бижа Машхана. Первый поток 15 июля. Он произойдет затишье Мижика Машрапата. Затем 21 сентября второй поток по выбору душ на 4D в разделении пространства будет опять активно через этот инструмент прорабатываться определенное состояние. Дима Синтимаши Машрапат. И третий поток, естественно, в декабре Бижа Кожа Грубота, когда также через эту форму Мисинта Масхана. А формы основные какие? Это страх, как энергосостояние, в данном случае это вакцинация, Миша Машрапатхада, и финансовый носитель, как основные энергии программного обеспечения этого мира. Миша Машрапатхада. Вот по этим двум направленностям в состоянии распределения форм, даже кромошехода на перераспределение третьего, четвертого пространства, естественно, будут активизированы эти инструменты, Мих Масса Бад. Поэтому вам нужно быть подготовленным максимально
Работайте с энергией. Миша Машрапат, эффективно работайте в состоянии с настройки максимально важных показателей, то есть вибрация основная, Бишакрабата 10-200, вибрация ресурсная, Бишакру Машрапата резервная, которая также должна быть максимально возможной. Соответственно, у вас больше возможности будет выйти в состояние нового пространственного матричного кода. Дима Сентимиси Машрапата. Но опять же, Бишакру Машрапата, если у вас резервное созидание энергии накоплено более емкое, соответственно, вы рассчитаете программы, которые Бихмасаха вам подаются в матрице, более глубоко пройдете в опыте их. Мишакрабата. Соответственно, если вы ресурсно емкие Мишакрабата, к вам не придет информация Диджарбата с низких полей, вы не уйдете в форму страха, вы не заземлите себя, не уйдете в третье пространство. Все созависимо. Можно еще спастись, если заделал первую вакцину, но еще не сделал вторую вакцину. Миша Мастер Масхан, конечно, если вы Диджикру Машрапата вторую вакцину ставите, вы усиливаете коды работы. Мих Масхан, потому что есть системы, которые, поставив первую вакцину, не адаптируют в своем Бышу Машхана поле ДНК, потому что не усваивается эта работа, химическая формула у многих. Миша Рабат, поэтому цивилизации предусмотрели поставить вторую вакцину и более емко усилить параметры данных ресурсных ДНК работ Бишакрабата Машрапата, и вы, естественно, Басарбата, если не поставите второй укол Бишакрабата, вы себе обеспечите более энергоемкое поле для клетки Бизибата, у вас шансов больше быть более емким для себя. Так, ну давайте еще пару вопросиков и будем завершать. Если человек принес ковид в легкой форме, говорит ли это о его более высоких вибрациях? Миша Машрапата, конечно, да, Бишакру Машрапата. Ковид – это считка программы Бишакру Машрапата. Вам только переиндексировали форму знаний, что вы перенесли ковид. Мих Масанти Мишакру Машрапата. Но это грипп, это обычный грипп. Мишакрабата Машрапата. Если вы переиндексировали клетку и вы грипп перенесли, у вас Бишакру Машрапата в информационных полях инструмент показал, что это ковид, потому что сейчас база информационная так работает. Это пространство работает на матрице так, Мишакрабата, либо в страх уходите, либо в созидание. Линзи Мишакрабата, Мита Масанти Мишакрабата. Соответственно, Дихтонты Митах Мишакрабата. Все, что сейчас происходит, Мисамада, в вашем времени, Мишакрабата, это ваша осознанность в первую очередь, Мишакрабата. Вы должны понимать, осознавать, что этот ковид Мишакрабата, как форма вируса, она была всегда, Мишакрабата. Она работала в 60-е, 70-е годы, Мишакрабата. Эта форма инструментов на матрице выведена сейчас для того, чтобы Бишакрабата обеспечить вам осознанию Бужурбот работы либо в третьем, либо в четвертом формате. Это инструмент Мих-Мошу-Кода, который массово используется для того, чтобы переформатировать на цифровую базу состояние систем социальных программ и вас в этих программах, потому что вы в матрице Мишу-Машрабата. И, соответственно, Диджикужикрумода. Кто-то через этот инструмент уходит в третий поток, кто-то в 4D Бишак-Машрабата. Тут зависит от вашего состояния. Почему вы вибрации так долго накапливали? Почему, например, Бишакрабата Масахана. Те, кто используете эгрегор наш, Мишакрабата, вы более осознанно, вы не проходите страх, вы только наблюдатели. Мишакрабата, вы уже подготовлены. У вас прошла переиндексация клетки. Мишакрабата, вы не приходите в страх, потому что вы не берете информативную матрицу, вы берете информацию от нас, Мишакрабата. Вы ее получаете в базе матрицы, потому как Мишакрабата, у вас состояние качества, энергосостояние клетки позволяет и ваша осознанность восприятия знаний. Дима Сабада, вы подготовлены. Поэтому в Диджикрабата вы пройдете этот путь более легко. Линзи Мита Масан Диджикрабата. Естественно, чем легче вы переносите этот грипп, Мишакрабата, переиндексация клетки будет у каждого Бужурбота, потому что вы выстраиваетесь либо в четверку, либо в третий поток. Идет переиндексация форм клеточной мембраны. С учетом того, что человек приходил на 80 мегагерц, изначально рождались дети Мишакрабата. Сейчас они уже приходят новые Бижикрабата. Они уже приходят с максимально возможными качественными формами вибрационных потоков. Дима Сантимисимада. Естественно, они уже другие. Линджи Жукужикрумо Сантимишикада. Но форма эта программа работает старого образца, Бишакрабата. Поэтому вы еще их прививаете, Мишакрабата. Поэтому пичкаете мясом, Мишакрабата. И неправильно выстраиваете питание. Дима Сантимишимада. Опять же, ваше осознанное состояние, как вы детей ведете своих, и что вы хотите получить при этом. Бишакрабата. Вы изначально усугубляете состояние детей, если вы неправильно выстраиваете питание и уровень состояния для них. Почему по монопитании, по дизайну человека охотник никогда не... охотник и актуально, так, непонятен вопрос.
Купить паспорт вакцинации – это осознанно? Отличный вопрос. Мих маши жукузых мита машермада. К вам пришел этот инструмент? Миша Крумашхода. Душа заложила этот опыт. Мих маши нды машермада. Купить ли бежемада? Обойти ли бежекрумашрупота? Знания ли пришли, и вы осознанно ведете этот путь? Митамада. Вы готовы к восприятию этой матрицы, и вы бежекрумашрупота более качественно вступаете в основу. Мих маши нды мишкана. Поэтому вы бежеработы проходите это событие в основе Думашхана, поэтому приходит вам сознание через мыслепакет, душа запланировала этот опыт, Мажокурбота, и вы проходите в событийном поле. Мих Масанди Мишкана. Все запланировано по осознанному состоянию, состоянию вибрации вашей осознанной восприимчивости, Мажокурбата, подаются знания, инструменты Мижика Машерпата и все программы, которые вы проходите в своем сознании, согласно своей вибрации. Лидах Маши Жуконца Мижихада. Поэтому вибрация – это основа. Сейчас применяйте максимально возможные практики, инструменты Мижикужукурмошерпота, питание активно, усиливайте в правильном питании, будьте в качественной форме. Бижи Машхана, воду наполнять, никаких деструктивных материалов, алкоголь, табак, вы и сами замечаете, Мажурбот, что вы сами отходите от этих форм, вам уже не хочется. Бих Масан Димишикам, потому что матрица меняется. Лидах Масан Димиши Жуконца Мидах Масахада. Приходит состояние смены работы, Мажурпасабад, усиливается инструмент, осознанно подходите к этому состоянию. Любое переформатирование дает качество. Мижикурмашхана, ну чтобы переформатировать, нужно обнулить прежние программы. Нужно бих масса демашхана составить энергию такую, что бижикурмашрупот на обновленное место придет новый исход. Миша Мада, но ее нужно обновить, ее нужно высвободить, бижикурмашрупот. Соответственно, закрыть программы, мишакрабат, закрытую энергию, которая для вас была актуальной. Мих масхана, и только на это место созидания вы сможете запустить новый источник. Дима Санди Журмашрупота. Поэтому здесь однозначно работайте, бижикурмашрупота, работайте своим состоянием, своим осознанным восприятием, максимально используйте эгрегоры, порталы, чакральные горы, бижикурмоды, минералы с водой, мих масанти мишу машерпада. Это ваша дальнейшая жизнь. Линзы мишу машерхада. Человечество действительно, джукурмашрупота, переходит в новые формы, и мы говорить не успеваем о том, что бижимашрамасрабата. Новая жизнь – это переформатирование. Мишумашрамасрабата. Хотите оставаться в прежнем источнике? Бижибата, вы прозовами. Бижукурмашрупота, ведите этот путь, он тоже хорош. Михмасабата, но вопрос в другом. Бижукурмашрупота, подумайте о будущем, о своих детях, машрупота, о своих состояниях в истоке. Линдухмашрупота, и будьте благодарны этой жизни. Линзамасамадахада, мы с вами заканчиваем эфир бижукурмашрупота. Готовьте вопросы по финансовому полю, бихмасабата. Сейчас идет активное состояние того, что энергия финансов, пишет Машапата, активно также является инструментом для того, чтобы дижурбота заземлить ваши параметры в основе лидах масанди миша машхарбата. Поэтому очень важно получить в опыте информацию и знания бижикамашхат, для того, чтобы понимать суть бытия. Лидах масанди миша машхарбосанди мишарбата. Я вам желаю эффективного состояния энергии бижикурмошхода, мощной структурной аватар, в форме Бихмасанты Машерпата и всех благих ресурсов для вас. Ну что, друзья, вот такой эфир. Спасибо вам за вопросы. Надеюсь, многим ответы помогают в выборе, потому как действительно выбор за нами, и как мы рассчитываем все свое состояние физическое, энергетическое, осознанное восприятие. Конечно, это зависит от нас, и мы действительно многие в нашем эгрегоре, особенно участники, многие работали над собой, чтобы получить эту осознанность и получить эту вибрацию, которая позволяет рассчитать новую матрицу и перейти на новые программы. Всех благодарю, всем до новых встреч. Безумно соскучилась по вам. Буду сейчас чаще выходить в эфиры, поэтому в расписании они уже есть. Готовим глубокие вопросы. Естественно, готовимся к интересному эфиру по финансам. Надеюсь, получим такие же ответы глубокие на глубокие вопросы, чтобы нам было легче проходить этот путь. Осталось немного времени для того, чтобы нам перейти. Всем рибасам! Вот представляете, забыла, как выходить. Вот в эфир уже давно не выходила. Угу. Даже не хочу, видите, не прощаюсь с вами, не знаю, как. Память уже другая. Я понимаю, что вопросов много, но мне уже нужно выходить с эфира, прекращать.